Всем здорово, с вами Энни, и сегодня мы с вами поиграем во FNAF в Майнкрафте. То есть какой-то гений просто взял и импортировал одну игру FNAF в другую Майнкрафт. Конечно, я видел многие интерпретации одних игр в других, например, какой-нибудь там все тому подобное. Но чтобы соединить FNAF и Майнкрафт, как? Мне очень интересно, как гений, который это создал, импортировал FNAF в Майнкрафт. Полностью, со всеми механиками. Причем это описано. Описано то, что механики, которые находятся в FNAF, полностью присутствуют в Майнкрафт. Как это сделано, я не понимаю. А перед началом ролика обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и заходите в паблик ВКонтакте. Все ссылки есть в описании, я вас жду. Всем пока! А мы начинаем. Поехали. Давай, давай, загружайся. Вернуться к игре. Ого! Begin. А, правая кнопка выше. Warning. This map contains flashing lights, loud noises and a lot of jump scares. Map made by Hexseed. Original game belongs to Scott Cawthon. Вау! Ребята, это что такое? Вау, вау, просто вау, у меня слов нет. Ребят, веб-камера немного барахлит, поэтому я буду играть без нее. Надеюсь, вы не против. Итак, начнем игру. Вау, и это сделано в Майнкрафте, ёлки-палки, с ума сойти. Фредди Фазберс Пицца. Family Pizzeria looking for security guard. Вау, ребят, это превосходно выглядит. Серьезно? Серьезно? Кроуч. Погодите, ребят, а что такое кроуч? А, красться, чтобы открыть камеру. Все, понял. Ага. Один, два. А! Вон оно как. Окси. С ума сойти. Ребята, такого раньше никогда не видел. Здесь даже энергия есть. Вы понимаете, насколько все продумано? Здесь даже энергия есть. Вы понимаете, насколько тут все продумано? Могу на нос нажать? Я могу на нос нажать! Ребята, это лучшая игра. Вау. Это очень сочно выглядит. Так, игрушки пока на месте. Нормально все. Ребята, это выглядит очень сочно. Вентилятор даже есть. Ё-моё, ребята, это выглядит сочно. Это сочно, ребят. Это сочно. Вау! Даже анимация двери есть. Ёлки-палки, ребята, у меня слов нет, это превосходно выглядит. Ага. Окей, пока игрушки не двигаются, хорошо. Это хорошо. У меня уже осталось 80% энергии и 1 час ночи. Пока никого не вижу. Где же все? Никто не двигается, никто не хочет идти ко мне. 2 часа, 76% энергии, никто не двигается. Ладно. Сижу такой блатной в кресле. Ну это просто первый FNAF. Но это превосходно выглядит. Так. Значит, переключение камер при помощи циферок. А, я могу еще скроллить. Я могу еще скроллингом камеры переключать. Вау. О, офигеть. Угу. Ой-ой-ой-ой, это что сейчас было? Опа-опа-опа-опа. Америка, Европа, Азия, Евразия. Так, это какая шестая? Пятая.
Седьмая. Третья. Ага. А, это не скелет. А, ты тут только. Ну, тогда нормально. Вообще все звуки присутствуют, ребят, это шикарно, это... У меня слов нет. И это все в Майнкрафте. Вау! Бесконечный восторг. Ага, ты здесь, хорошо. Кролик тут. 3 часа 50% энергии первая ночь. Как выжить? Непонятно. Так, стоять. Ага, ты тут. Хорошо, хорошо. Пятая камера. Он уже не тут. Шестая? Угу, он на шестой, хорошо. Я на всякий случай закрою. Ну нафиг. Он тут уже, что ли? Никого не вижу. А где все? Так, я закрою все двери и хочу посмотреть во все камеры. 4. 5. 6. Ага. Бонни тут. Чики тут нет. Ну тебя нафиг. Ага, Бонни ушел. Хорошо. А, они оба тут. Все нормально. Ага. Я фул закрываюсь, мне уже ничто не грозит. Опа, на меня смотрит блатной. Это я походу пасхалку словил. Слушайте, игра реально проработана очень хорошо. Так, все. 0% энергии. Ага. Все, 6 часов, ребят! Мы прошли первую ночь. Окей. Итак, по факту, вторая ночь. О, да. Я хочу посмотреть скример. Mute call. Нормально. Кнопочка расположилась. Я хочу посмотреть скримеры. Мне интересны скримеры.
Так, а чё так темно вдруг стало? 3, 4, 5, 6. Вау, офигеть. Я хочу посмотреть скример. Как они тут выглядят? Если они выглядят в точности, как в Нафи первом, я не знаю, руки на стол просто. Давай, Баняш, я тебя жду, иди ко мне, сладенький. Давай, иди ко мне, я хочу посмотреть твой скример. Я буду к этому готов. Не понял, что это сейчас было. По-моему, ко мне идет сейчас только Баняш, никаких золотых вроде не было. Да, что тебе надо? What do you want from me? Вау. Угу. Кролик тут. Не в пятой. В седьмой, что ли? Крольчатенька. А, ладно. И? Это ты шастаешь туда-сюда. Туда-сюда шастает. Ушастая дрель. Туда-сюда шастает ушастая дрель. Ой-ой! Я уже испугался Фоксина. Ух. А, Чика вышла погулять. Ага. И? Ага, Чика тут. Чика идет сюда. Чика? Качика, качика. Блять. Так, что-то страшно. А, Бонни уже в углу. Чика где-то тут уже должна быть. Привет. Ушел? Рыли? Так быстро. Ага, Чика на кухне, хорошо. Насчет Чики можно не беспокоиться. О, пасхалка. Итак.
3 часа, 39% энергии. У меня паника. Это только вторая ночь. Фокси выглянул. Ой-ой, проблемки. Привет. Как четко я предугадал-то, а? Чика, ты тут? Are you here? Да, ты тут, хорошо. Проваливай. Кто-то все время ходит. Меня это немного пугает. И? Ну? Давай, 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 давай. Давай. Ну уже. Так, никого пока нет. Хорошо. Начали на расслабоне. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Никого не вижу. Где все-то? Пять часов. Нет, я выживу 100%. Не, все, я выжил. Все. Можно просто сидеть с full usage. А, Баняш пожаловал. Уехал. О, это был Фокси. Ой-ой, проблемы. Фух, я испугался. Я думал, сейчас будет марш Тореадора. Ладно, ребят, пожалуй, мы с вами на этом остановимся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Энни. Всем пока.